меру и что положил. Наша церковь. Пост идет. А я? Друзья, приехали. Вот. И так далее. В день 100 000 всяких этих. То она сказала не так, то опять этот звонит. У тебя спер, что опять по телефону названивает, и опять что с ним делать. И он да-да-да-да-да-да. И в полвторого ночи да-да-да-да. А надо слушать. Не повесишь. Вот. Повесил. Не будешь всю ночь спать, потом будешь ворочаться. И так далее. Если жизнь жить как следует, оно во. Поэтому потом, если на этот вопрос отвечать, скажите, пожалуйста, вы всерьез по Крыму, по Украине? Как? Понимаете, в чем дело? Что ведь мы можем как тонущий в реке, и рядом тонет. И что? Один будет другого за волосы и утонут оба. Надо, чтобы один выбрался на берег и дал паузу. Я себя в положении выбравшегося на берег не позиционирую никоим образом. Поэтому... Скажите, пожалуйста, «Пыль-2» будет? Сочувствую. Сочувствую, как и всем, Сочувствую, что братские наши... Вот у меня сейчас сделали дом строителей хохлы. Нет. Лунгин дал деньжище за царя. Я строю дом. Вот. И они мне сделали так, вылезли, где я не увижу никогда. Я говорю, Илья, а что ты здесь? Как? Я не могу иначе. И что? Это чужие. Люди вот по этому объединяются. Вот. И все. И мы этот спектакль делали. 5 лет он у нас не шел, никак не все. Сделали? Хорошо. Все грамотно. Паузы какие-то, стежки и все. Все. Вот так и мы. Не можем иначе. Вот. Я думаю, что поэтому объединяются люди. По ответственному отношению к жизни вообще. Ну, сколько можно уже? Все же мы уже пробегали много лет. Я, в частности. Поэтому хоть к концу дней как-то хоть взяться. Петр Николаевич, вот ему никогда не собирается юбилейный вот концерт они... что-то сделать такое? Нет, мы дружим очень сильно. Вот нам было 30 лет недавно. Ребята все приехали, пахали, подсокали, какие у меня там... эти самые хоромы. Вот. Я там, скажите, пожалуйста, за «Пыль-2» проект не будет? «Пыль-2» ну не нет. Это Сережа Лобан, он замечательный режиссер. Очень бы хотелось бы продолжения. «Шапито» шоу сделали, вот с ним. Вот. Работалось очень хорошо. Хотя я там, где я участвую, вот и надвел.